Новости спорта. Лето – лучшее время для спортивных состязаний на свежем воздухе. В Славянском районе есть ребята, которые охотно участвуют в престижных соревнованиях, таких как всекубанский турнир по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края. Эти спортивные соревнования прекрасно подходят для активного отдыха и для оздоровления юных славянцев. 40 футбольных команд со всего района, 360 юных футболистов – трех возрастных категорий приняли участие в муниципальном этапе всекубанского турнира по футболу. Для ребят созданы отличные условия, и они играли с увлечением. Здесь просто чисто, как вот говорю, как дворовой футбол, что дети приехали просто поиграть, порадоваться, встретиться с друзьями. Они-то учатся все практически, кто-то борцы, тхэквондисты, они же все учатся. Кто-то в одном классе, кто-то в одной школе, они все друг друга знают. Ну, как бы им интересно пообщаться. Я думаю, что это вообще самое лучшее мероприятие, которое могло бы быть. Очень хорошее мероприятие. Побольше бы таких нам мероприятий. Каждый спортсмен, если он не имеет никаких амбиций, то у него не будет никаких результатов. То есть ты же должен ставить самую наивысшую цель для себя и потихонечку идти к ней. И тогда ты добьешься какого-то результата. Конечно, есть у нас шанс, и мы надеемся, что мы все-таки, ну, по крайней мере, будем стараться прилагать все усилия, чтобы пройти финальную часть. В турнире приняли участие дворовые команды. Есть и те, кто давно тренируется вместе. Самое главное, что их объединяет – желание поиграть от души и побороться за лидерство. Я занимаюсь 3 года футболом. Мне нравится футбол очень сильно. Я люблю участвовать в разных соревнованиях. Бываю, ездят и другие команды меня берут, чтобы показать свой результат. У нас очень дружная команда. Футбол – это самая лучшая игра. Мы постараемся на Кубок губернатора показать лучшие результаты. Футбол пользуется большой популярностью в нашем районе и остается одним из любимых видов спорта среди подростков. Я люблю футбол. Это самая лучшая игра. И вот такие турниры – это способ проявить себя. Я нападающий, я отвечаю за то, чтобы забивать голы. У каждого есть своя роль. Например, защитник должен отбирать мяч, вратарь должен отражать мячи, начинать атаки. А полузащитник должен помогать и в обороне, и в нападении. Стараемся играть в командную игру. По итогам соревнований муниципального этапа всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края в старшей возрастной группе 2008-2009 годов рождения победила команда «Виктория». В средней 2010-2011 годов рождения первое место заняли также футболисты «Виктории». И в младшей 2012-2013 годов не было равных команде из специализированной спортшколы по футболу «Виктория». Сильнейшие команды муниципалитета выступят во втором зональном этапе Кубка, победители которого продолжат борьбу на финальных краевых состязаниях. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыка, программа «События».